тем, что люди в других районах города могут их почувствовать. Именно так. И один из итальянских сейсмологов ровно и этим фактом все объяснил. Он говорит, да какие там 80, даже 60 тысяч хватило. Человек весом в среднем там где-то под 70 килограмм. Если они будут подпрыгивать в такт музыки где-то на 10-15 сантиметров, что мы понимаем, в общем, совсем невысоко, то создается ощущение подземных толчков магнитудой в 1,3. Все прекрасно. Поздравляем Трэвиса Скотта с очередным достижением. Мы не очень знакомы с творчеством этого парня, но теперь, Володя, ты разжег мой интерес. Ну, хорошо, главное, чтобы он не угас так же. С тобой после эфира до метро и слушайте. Ты сам начал этот разговор. Что у нас со спортом нынче? На женском теннисном турнире в Румынии будет российский финал. СКА ожидает очередного звездного новичка, а «Зенит» продлил контракт.